На постоянной комиссии областного маслихата по вопросам развития территорий и природопользованию депутаты обсудили вопрос выполнения областным акиматом бюджета за 2016 год. Как отметили народные избранники, аким области уже отчитался перед населением о проделанной работе. Не прошло и 4 месяцев, как депутаты узнают, что некоторые показатели по бюджетным программам провалены. Также депутаты недовольны принятыми мерами к тем, кто допустил неосвоение бюджета и невыполнение программ. В комиссии потребовали, чтобы к ответственности привлекались не рядовые служащие, а те, кто на самом деле виновен. В отчете прозвучало: 4 чиновников предупредили, 3 вынесли выговор, 5 сняли с должности. Среди них нет, кто отвечает за выполнение данных программ, за расходование бюджетных средств, акимов и заместителей, сплошь руководители отделов и замы. Высокопоставленные лица избегают наказания. Если так будет продолжаться, то нарушения не прекратятся. Единственная женщина среди депутатов Рашкуль Оспаналиева считает, что необходимо поднять размер заработной платы медицинских работников. Всегда ругают медицинских работников. Почему бы не учесть, что у них большая нагрузка и низкая заработная плата? Необходимо нам с акиматом выйти в вышестоящие органы, чтобы поднять размер заработной платы работникам здравоохранения. В 2016 году поступления в бюджет составили внушительную сумму – 467 миллиардов 444 миллионов тенге. И в текущем году объем бюджета немалый. Депутаты считают, чтобы на одни и те же грабли не наступать, необходимо уже сейчас провести мониторинг по всем программам и проконтролировать расходование бюджетных денег. Только при системном планировании и рациональном использовании можно добиться 100% исполнения бюджета. Шанару Оразова, Амантай Ульбеков, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».